За последние годы в республике существенно сократилось количество детей-сирот. Итоги работы органов опеки и вопросы профилактики социального сиротства обсудили в Доме правительства. Сейчас, отмечают в Министерстве образования, в приемных семьях воспитывается порядка 95% детей-сирот. На учете в региональном банке данных сирот стоят 124 ребенка. В основном находятся сейчас у нас в республиканской базе данных дети, которые относятся к категории детей-инвалидов. Очень много детей, которые неподвижные, страдают различными заболеваниями. А в очереди стоит в базе данных родителей, которые хотят усыновить или удочерить детей, 188 родителей. То есть в этом плане, естественно, но перспектива такая, что, ну, я думаю, что мы, если у нас не будет выявляться большое количество детей-сирот и детей с обеспечения родителей, то, естественно, вот эту потребность родителей по усыновлению учреждений мы удовлетворить не сможем. В то же время в республике участились случаи отказа опекунов и приемных родителей от детей. Глава региона отметил, что органы опеки и власти муниципалитетов должны усилить профилактическую работу. Специалисты должны чаще встречаться с родителями и выявлять возможные угрозы. На Новочебоксарске 34 ребенка. У вас рост к 2017 или 2016 году получается. Почему? Есть совет отцов, есть совет женщин, есть общественные организации. Вы должны влиять точечно на работу здесь. И по остальным тут районам, соответственно, значит, все это есть. Город Алатырь, 16 детей. Мама не должна отказываться от своих детей. Надо просто быть деревянным человеком, значит, не живым человеком.